Я от всей своей души хотел бы поблагодарить всю команду Faradinis Production за вашу работу, за ваш вклад, за то, что вы возрождаете то, что было, к сожалению, утеряно, за то, что вы сохраняете и передаете всему нашему будущему поколению, нам, людям, которые сейчас не живут в Крыму, но всегда Крым у нас в сердце, в душе, в мыслях. Хочу выразить огромную благодарность за возможность окунуться в эпоху 18 века нашего крымско-татарского народа. Работа произведена была глобальная, эмоции невероятные. Спасибо. Хочу пожелать ни в коем случае не останавливаться. Пусть это будет доброе, светлое начало. Великое будущее. Машала сге ойле иш ойле балабан бр иш вимен гурланам мен керчиктен гурланам менум халкым мен гурланам ве сизге Faradinis Production студияда студияга мен тилейм буле бир Аллах бала кетирсин сизге ойле чок 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 ишлер болсун Кырымда болсун ве яшамыз яшасын биздин халкыбыз. Получил большое удовольствие, конечно, да, огромная работа. Видно, насколько тщательно, скрупулезно это сделано. Я понимаю, как это сложно, как это дорого снимать историческое кино в наше время. Я считаю, что авторам это удалось, и создана атмосфера, и аура, и по реакции зрителей я понял, что они, мне кажется, испытали те же чувства и эмоции, что и я. Я не знаю, что чувствовали крымские татары, но меня переполняли самые разные, самые позитивные эмоции. В какой-то момент я просто перестала читать титры. Для меня это была смесь нашего языка с турецким. Чуть-чуть, да, и для меня все было понятно, все ясно. Я прочувствовала, мне кажется, я прочувствовала до конца этот фильм. К сожалению, у карачаево-балкарского народа пока нет подобных работ, нет художественных фильмов. Безусловно, нам есть чему стремиться. Спасибо, что подаете пример. Я впечатлен. Впечатлен почему? Потому что, немножко изучая нашу историю, я понимаю, как сильно переплетается крымская история с кумыкской историей. Поэтому все, что способен почувствовать крымский татарин, кумыку тоже очень близко. Очень рад, что кинематограф наших братьев крымских татар пошел уже в гору. Иншаллах, кумыки тоже постараются за вами угнаться. Впечатления очень сильные. Здесь все, и родной язык, и история, и нравственность, и религия. То есть, ну, настолько нужны эти фильмы сегодня. Я от лица ногайского народа, да, был очень впечатлен. Дело в том, что такой персонаж, как Хадыр Деде, у нас он называется у ногайцев, Хадыр Атай. Ну, слово «Хадыр» я с детства слышал, когда посмотрел фильм, действительно я вспомнил свое детство. У нас называлось Хадыр-Дада, потом Хадыр-Наби было. Вот такие мероприятия делалось. Я думаю, вот это все-таки начинание всего вот нашего тюркского мира. Нам надо это начало. Я думаю, что в дальнейшем будет развиваться вот эта тема. И все наши дети, азербайджанские тюрки, татарские татары, все болгары, кумыки, мы все должны знать общую нашу историю. Ощущения очень восторженные, я бы сказал. Почему? Потому что всегда приятно увидеть Крым. И тем более авторы этого фильма постарались окунуться в те исторические моменты, которые были в 18 веке. Наша московская община крымских татар, она достаточно многочисленная, и каждый посчитает своим долгом сходить посмотреть, и потом это место, где можно собраться еще раз, увидеться и приятно провести время. Бизлер бугун Москва крым татар жамаатчылыгы адына керчектенде тарихи бир вакыа, тарихи бир күн кечирдик. Москванын ортосунда биздин ана тилибиз яңгырады ве биз бу масалга инандык. Неден? Чөнки Хыдыр деди али да Кырымда яшайт. Демек ки халкыбыздын келечеги
парлак ве яхшы болажак деп түшүнөбүз. Кыдыр дедендин бир сөздөрү бар эле. Догро жол кеткенин жүгү агыр болот. Биздин жүгүбүз не кадар агыр болсо да, биз догро жолдамыз. Как мы обещали, наши презентации проходят уже во многих городах, и вот сегодня мы в Москве. Я надеюсь, теперь вот география наших презентаций может еще и стать шире, и мы теперь поедем не только к нашим соотечественникам, а поедем к тем, кто понимает наш крымско-татарский язык. Повторюсь, мы в ближайшее время планируем провести такие презентации уже из-за рубежа.